Всем привет, с вами Дарт Калаш Пол. Сегодняшнее видео я сделаю небольшое предисловие на неделе, на той, как то встретил бывшего знакомого, с которым мы общались, ну, нормально дружили. Я стоял возле своего дома, гляжу, он идет, мимо меня проходит, морда задрана вверх. Ну, в принципе, как всегда, не поздоровался. Вчера иду после работы. Опять вижу его, он бухой в очко. С пивасиком. На меня глянул. Привет, Андрюха. Ну, я говорю, мол, типа, пока, и дальше пошел. Ребята, народ, что я понял? Ушлите в жопу и нахуй всех друзей. Ведь среди них нет настоящих, теми, кто ими на самом деле является. Ну, вся дружба состоит в деньгах, а у простого человека-бедняка дружба не получается. С богатенькими, с кошельками и так далее. Даже если начинаешь, хорошо дашь старт, она все равно рушится. Все равно заканчивается все одним и тем же. Одним и тем же. Раньше я страдал от одиночества. Мне оно душу изливало, но однажды я с ним смирился и принял его как должное. Поверьте, мне легче в одиночестве. Но с Господом мне так легко. Я знаю, что мне никому не надо навязываться. Меня не предадут, меня не кинут, меня не осудят. Не скажут в глаза, что ты мой друг, а за спиной, что ты пидорас, бомж и нищеброд. Как ты заебал и все такое. Легче. Ни к кому не привязывайтесь. Нахуй они нужны, те, кому вы навязываетесь, себя предлагаете, звоните, пишете, им на вас просто плевать. Они на вас забыли и все. И пошли вы нахер. Живые вы, мертвые, неважно. Это друзья только на словах. Сколько слов я наговорил всяким дешевкам. Сколько от сердца я сказал ненужных слов вот этим дешевкам, которые их недостойны. Поэтому дружба. Есть только с Господом. И больше ни с кем. Дружить с кем-то из людей себе будет. Только на сердце очередной шрам наносить. Вот она вся дружба и вся любовь. Вот такая вот жизнь настала. Мысли такими стали. Если раньше еще мы стремились к чему-то в детстве, то когда появились первые денди, первые компьютеры, все. Она дружба и нахер стала не нужна. Так что никому не привязывайтесь. Не ценят вас, не цените и вы, и вообще не цените таких друзей, которые вас с вами на словах, а за спиной обсирают и предают. Вот оно, предательство и китки. А потом же эти собаки будут нас обвиняют в том, что это мы предали и мы кинули. С вами был Дарт Калашпул, Андрей Калашников. До новых видосов. Всего доброго. Дай вам Бог здоровья и всех благ.